Актриса, которая была пропавшей без вести для всех фанатов Турдизы, наконец-то объявила о своем возвращении в своем аккаунте Instagram. Актриса Гизем Караджа взяла долгий отпуск. В течение 2 лет у нее не было ни одного проекта или же хотя бы рекламного ролика, из-за чего фанаты были немного обеспокоены. Гизем Караджа для многих фанатов Турдизы запомнилась своей ролью в сериале «Черная любовь. Детектив Мирджан». Гизем Караджа родилась в 1992 году, и у нее прекрасная карьера благодаря многим успешным сериалам с ее участием. Последняя ее роль была роль Евдокии в историческом сериале «Альпарслан. Великие сельджуки». Возвращение актрисы будет в драматическом сериале под названием «Сапфир», где актриса будет появляться с 15 серий. Актриса будет сыграть роль персонажа с именем Гюнеш.